Вашингтон, округ Колумбия. Seasonal Film Corporation представляет. Производство NGCUN «Не отступать и не сдаваться 3». В ролях Лорен Авидон, Кейт Виттелли, Джозеф Кампанелли в роли Джона Александера, Ванда Акуна, Лук Акски, Райан Хантер, Марк Руссо и Дэвид Майкл Стерлинг в фильме «Братья по крови». Сценарий Кейт Стрэндберг. Композитор Ричард Юэн. Оператор Джон Хьюнер. Режиссер Лукас Лоу. Власть добывается силой оружия. Мао Цзэдун. Слышали это? Или я должен кого-то убить, чтобы до вас дошло, что я не шучу? Нет, я хочу жить. Пожалуйста, не убивайте меня. Только не меня, пожалуйста. Прошу вас, я понял. Вот, возьмите ее. Убейте ее. Нет. Это американцы. Какая гуманность. Это то, против чего мы боремся. И победа будет за нами. Перед тобой американец, против которого ты боролся. Но ты не выглядишь победителем, подонок. Никто не пострадал? Все в порядке? Поняли, ребята? Самозащита — это вопрос жизни и смерти. Тренировки, упражнения — это хорошо. Но только настоящий бой в контакте позволит чувствовать себя уверенно на улице. Все поняли? Повторим. Спас звоночек. Да, ребятки, извините, я на минуту. Займитесь пока растяжкой. Уилл Александр слушает. Чем могу помочь? Чем-нибудь поможешь. Когда приедешь?
Папа, привет. Во сколько у вас все начинается? В 12 часов. Приезжай в любое время, мы тебя ждем. Хорошо, если бы ты смог задержаться на пару дней. Мы втроем прекрасно провели бы время. Папа, только не начинай снова. Что не начинать? Ты знаешь, каждый год тебя одолевает жажда этих семейных походов за приключениями. Помнишь, как 2 года назад мы ходили на какую-то экзотическую охоту, чтобы пройти все испытания и лучше узнать друг друга? Сколько мы тогда бродили? Всего два дня. Я уже через 2 часа был готов убить Кейси. Папа, ты же знаешь, нам трудно быть вместе. Мы очень разные. Почему ты не летишь самолетом? Я бы заказал билет, и тебе не пришлось бы сидеть за баранкой. Папа, ты меня не слушаешь, а ты не хочешь меня понять. Для меня это очень важно. Это не значит, что я плохой сын. Значит, что я плохой отец? Конечно, нет, папа. Хорошо, я постараюсь выкроить время, но если не получится, пожалуйста, не обижайся. Спасибо, Уилл. Я в последнее время много думаю о нас. Да, на пенсии тебя стали одолевать старческие настроения. Ладно, увидимся в субботу. Только давай аккуратно, не лихачь. Хорошо, и не забудь про именинный пирог. Посмотрим, какие у нас здесь тайны откроются. Откуда, черт возьми, ты взялся? В любом случае, мы могли бы все обсудить. Господи. Твоя взяла, проклятый террорист. Кем ты себя вообразил? Джеймсом Бондом? Супермен на пенсии. 51-10 не Супермен. Безупречный работник. Ни разу не наследил? Может, и наследил, но нынешняя молодежь не намного лучше. Знаешь, о чем я? Возможно, у них сейчас нет того уважения к профессии, какое было у нас. Послушай, что ты сделал с ребенком? Он пристегнут наручниками к дереву. Хочешь, чтобы я его отпустил? Я слушаю тебя. Нет. Оставь, это будет ему уроком. Ты пригласишь меня в дом? Проходи, пожалуйста. Продолжаешь трудиться. Говорят, с этим невозможно расстаться. Может, напишу мемуары про работу в ЦРУ. Джон, лучше оставь это для себя. Я понимаю, ладно. Как там дела в Лонгли? Назревают перемены. Старая гвардия постепенно уходит, а молодые ребята работают не так, как мы с тобой. Порой бывает проще разобраться с парнями из КГБ. Они тут приезжали. Чем договориться со своими? Единственное, кто действует правильно, это твой сын. Он тут отличился. А чем занимается твой младший Уилл? У него своя дорога, он живет не по правилам. Но вернемся к делу, Пол. Ты ведь приехал сюда не просто поболтать о службе и семейных делах. Так что там у тебя? Выкладывай. Хорошо. По нашим данным, тобой очень интересуются. И, похоже, это связано с типом, которого я видел у тебя на экране. Но я не удел. Для этих людей это не имеет значения. Желание отомстить не имеет срока давности.
Остряк, что ты несешь? Перестань. Я хочу оставить с тобой своего человека для охраны. Зачем мне охрана? Ты что, шутишь? Такая охрана мне не нужна. Я в порядке, Пол. Хоть я и в отставке, но я не беспомощный старикашка. Хорошо, но я должен был приехать и предупредить тебя о том, что слышал. Джон, мне нужно идти. Увидимся на твоем юбилее. Спасибо за заботу, Пол. Я ценю это. Старая дружба не ржавеет, приятель. Друзья навек. Спасибо, что не Можно угостить тебя, красавица? Разреши тебе представить Джона. Виновник торжества. Поздравляю, Джон. Спасибо. Этому счастливчику достался твой кабинет. И мой секретарь, и непростая работенка принять дела от легендарного Джона. Слишком много комплиментов. Спасибо. За его секретаря стоит побороться. Здесь не поспоришь. Пока я не накачался, подойду к Макферсон, посмотрю, кто там около нее пристроился. Я сейчас вернусь. Папа, привет. Кейси, разве ты не собирался поехать куда-нибудь отдохнуть? Воспользоваться своими пенсионными льготами? Перестань, не трави мне душу. Как у тебя дела? Подживает? Уже лучше. И, конечно, ребята из ФБР наседают на меня. Та история в банке, да, они считают, что должны сами заниматься делом. Важны результаты. А с ФБР мы давно лбами сталкиваемся. Прекрасная работа, очень удачно. Если позволите, я пойду пообщаюсь с Джон. Примите еще раз мои поздравления. Спасибо. Не переживай. Даже если он не приедет на твое 65-летие, потом изобразит, что попал в аварию. Он же любит устраивать спектакли. Почему вы с мамой на мне не остановились? Жизнь была бы значительно проще. Кейси, у вас с Уиллом намного больше общего, чем ты думаешь. Когда он приедет, пожалуйста, попробуй с ним поладить ради меня. Он хотел задержаться на несколько дней. Я буду хорошо себя вести по случаю твоего дня рождения, а ты мне обещаешь, что никаких охотничьих походов не будет. Дались вам эти походы. Интересно, где Уилл? Наверное, вот он. Это Уилл. Папа, я рад тебя видеть. Настоящий мужчина. Я тоже рад тебя видеть, папа. Как поживаешь, братишка? Симпатичная курточка. Это в КГБ тебе руку сломали? Что с тобой? Я к тебе по-хорошему. Мальчики, успокойтесь. Именинный пирог готов. Пойдем.
Споем? Посмотрим, что тут. Разрезать или разорвать? Не знаю, с чего начать. Я знаю, что ты почти весь мир объездил по долгу службы, но мы с Уиллом подумали, что, может быть, тебе захочется вновь где-то побывать. Если, конечно, тебя туда пустят. Спасибо, спасибо. Билет в любой пункт назначения. Первый класс. Ребята, вы с ума сошли? Зачем все это? Ты заслужил это, папа, с днем рождения. Уилл! Где Уилл? Я разыщу его. Куда ты, малыш? Что случилось? Этот билет не от нас с тобой, за него платил ты. Отец об этом не узнает, и потом я понимаю, что ты не можешь себе такое позволить. Ты это затеял не потому, что хочешь быть добрым. Это еще одна возможность ткнуть мне в нос свой кошелек и намекнуть, что я неудачник. Остынь, Уилл, я не считаю тебя неудачником, просто ты со странностями, как понимать. Ну вот, например, у отца сегодня день рождения, а ты приехал в курточке от Хрущева. Что ты себе думаешь? Как на это посмотрят папины друзья? Наплевать, у них у всех куриные мозги. И это сказано о весьма влиятельных людях в Вашингтоне. Очень влиятельные убийцы детей из ЦРУ. А мы с отцом, ведь мы тоже работаем на эту организацию. Организацию? Ты даже не можешь прямо сказать, я работаю на это чертово ЦРУ. Знаешь, если бы ты честно мне признался, что ты шпион... Перестань, я бы стал тебя уважать. Давай не будем забывать, кто тебя всему научил. Даже с загипсованной рукой я смогу тебя положить на обе лопатки. Скажи папе, что мне нужно ехать. У меня что-то живот разболелся. Скажи ему сам, самолюбивый сопляк. Кому и что ты хочешь доказать? Только то, что ты ничтожество. Пошли есть именинный пирог. Я потом поговорю с Уиллом. Подарок отцу. Папа, все нормально? Я провожу Эмми. Все в порядке. Иди. Я могу остаться, если ты хочешь поговорить. Ну что ты, у нас будет время поговорить. Я только хочу, чтобы Уилл так не уезжал. У нас с ним столько дел. Иди. Ладно, но сам не занимайся уборкой, дождись меня, не беспокойся. Счастливо провести время. Мне нравится, что ты пытаешься быть современным, папа. С днем рождения. Спасибо. До свидания, Эмми. Это ты?
Папа, послушай. Уилл. Кто вы, черт возьми, такие? Мы всегда приходим вовремя, мистер Александр, и туда, куда нужно. Очень жаль, что твоего сына здесь нет, Джон. Я могу называть тебя Джон? Я хотел, чтобы ты почувствовал то, что чувствовал я, когда мой сын умирал. Франко. Твой сын оказался там в силу обстоятельств. Его смерть — это несчастный случай. Зато ты умрешь не случайно. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, Джон. Это был твой последний праздник. Отпусти его. Давай. Возьми его. Кейси? Отец. Отец. Уилл, ты все-таки решил вернуться? Отлично. Теперь мы сможем с тобой... Уилл! Отец! Что случилось? Что случилось? Где тебя черти носили? Я только что вернулся. Он мертв. Это ты убил папу. Ты не должен был уходить. Перестань. В нашей работе это случается. Случается. Но не с моим отцом. Я любил его. Прекрати. Он умер. Все. Господи, мы собирались вместе провести выходные. Папа, прости. Прости. Уилл, прости меня, папа. Перестань, папе это не понравилось бы. Оставь меня. Уилл, не только тебе одному больно. Это ведь и мой отец. Единственный человек, который нас связывал, умер. Все. Успокойся, оставь меня. Оставь.
Возьми себя в руки. Я не дам спокойно жить подонкам, которые это сделали. Спасибо всем за то, что пришли. Я сожалею о том, что случилось с вашим отцом. Его никто не сможет заменить нам. Я вам очень благодарен. Примите мои искренние соболезнования. Мне не нужны ваши соболезнования, мне нужны действия. Уилл, сейчас не время и не место. А мне наплевать. Он прав, ты должен прислушаться к словам брата. Пойду поговорю с ним. Думаю, он извинится. Сомневаюсь. Ты уже за меня извинился? Обычно это у тебя больше времени занимает. Уилл, давай я обо всем позабочусь, хорошо? Нет, это я обо всем позабочусь. Я все сделаю сам. Ты с ума сошел? Это моя работа, это не игрушки. Ты хочешь погубить себя? Ты не можешь участвовать в расследовании убийства. Это был твой отец. Извини, но это лишено всякого смысла. Все равно, что держать лучшего игрока на скамейке запасных. Это был мой отец. Мэг, неужели ты этого не понимаешь? И мой лучший друг. Кейси, это особый случай. Я понимаю. Но я должен участвовать в расследовании. Я знаю, как бы действовал отец. Он бы... Не надо мне говорить. Вы его не настолько хорошо знаете. Я знаю. Сначала он бы поискал в картотеке. И все же по инструкции членам семьи запрещено участвовать в ведении дела. Ты понимаешь? Никаких вендет. Мы подключим людей и найдем убийц. Поверь мне, Кейси, я буду постоянно держать тебя в курсе, но ты не должен ни во что вмешиваться. Может, тебе есть смысл отдохнуть, куда-нибудь поехать? Что скажешь? Неплохая идея. Я всегда мечтал поехать на Гавайи, никогда там не был. Сейчас самое время. Организация оплатит тебе счет, только назови сумму. Поезжай, отдохни, подлечи руку, позагорай. А когда вернешься, мы здесь уже совсем разберемся. Наверное, так и поступлю. Кейси, если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Спасибо, Мэг. Рад тебя видеть, Кейси. Мне нужна твоя помощь. Для тебя что угодно, чем могу служить?
Как ты это раздобыл, Кейси? Тут же гриф совершенно секретно. Вот это да. Тут не хватает большого куска, я должен его найти и просмотреть. У тебя в компьютере все файлы? Да, но нам с тобой нужен допуск. Франклин, я даю тебе допуск. Хорошо. Ну давай же, сукин сын. Не подведи меня. Вечно ты мне подлянку подстраиваешь. Он любит, когда я с ним так разговариваю. Давай, давай, тупоголовый. Доступ разрешен. Все к твоим услугам, Кейси. Но я не могу здесь оставаться, понимаешь? Спасибо, Франклин. Какую клавишу нажать, чтобы распечатать? Эту, но я ничего не видел. Я вообще сюда не приходил. Посмотрим, что Франку нужно было от отца. Отец работал по этому делу 4 года перед отставкой. Он знал много парней, работавших на Франко, но никогда не видел его самого. А где Франко сейчас работает? В Америке. Так, центр оперативной разведки. Gulf Coast, Флорида, это в США. Отлично. Ну что же. Интересно, а почему Франко здесь? Нет информации. Что значит нет информации? Мы ее найдем. Мы слышали, что ты крутой. Сейчас проверим. Ты захлебнешься собственной кровью, как наши ребята в том банке. Они все мертвы. Я ведь тебе говорил, Уилл, это не шуточки. Это ребята из высшей лиги играют как профессионалы. Слушай, я должен разгрести эту помойку. Окажи мне услугу, Уилл. Уилл, спасибо. Можешь взять эти бумаги? Вот ключи. Мой номер 3D. Поднимись ко мне. А эта работа не для тебя. Давай, давай, иди.
Похоже, неприятности преследуют тебя. Да, кто-то следил за мной. Ты понимаешь, что это не дает тебе повод подключаться к расследованию? Это просто неудачное стечение обстоятельств. Да, для них. Закончишь здесь бумажные дела и можешь собираться в отпуск. Да, я уже заказал билет. Отлично. Увидимся, когда вернешься. Уилл, открой. Уилл, открой. Открывай, черт возьми. У тебя же мои ключи. Черт. Считаешь, что ты меня одурачил? Ты себе сделал хуже. Подставляешь себя. Ты увидишь, как старший брат в который раз будет спасать твою задницу. Ты не представляешь, в какие дела ты влез. Бюро заказов Лони слушает. Лони, это Кейси. Привет. Мне нужно улететь на некоторое время. Можешь назвать мне ближайшие рейсы? Конечно. Куда вы летите? Во Флориду. Флорида. Как мне нравится Флорида. Выбор времени имеет решающее значение. Эта часть аэропорта основная. График будем соблюдать точно, чтобы не было никаких сбоев. Нам впервые предоставляется такая возможность. Вы знаете, что нам нужно? Найти его. Что там еще? Донесение из округа Колумбия. Операция провалилась. Потери есть? Все убиты. Почтим минутой молчания наших погибших товарищей. Мы потом решим проблему с мистером Александром. Сначала мы должны выполнить работу здесь. Эти дела поважнее. Кейси, как дела? Неплохо. Что тут происходит? Готовимся к встрече какого-то деятеля из Мозамбика. О моем брате что-нибудь слышно? Да, мы знаем, где он остановился, и я тебя туда отвезу. Отлично. Кто-нибудь еще в курсе, что я здесь? За кого ты меня принимаешь? Я сказал только девочкам на пляже. Я ввел в банк данных информацию, что ты отдыхаешь на Гавайях в полной изоляции. Только я знаю, что ты тут, но не знаю, зачем. Расскажу в машине, где ты ее оставил. Вон там. Добрый день.
Здравствуйте. Мистер Уилл Александр, номер 305, он у себя? Можно узнать ваше имя, сэр? Кейси Александр, я его брат. Для вас записка. Привет, братишка, опять опоздал. Если его нет здесь, где же он, черт возьми? Есть кто-нибудь? Ну что, парни, хватит? Рад вас видеть. Где ты столько пропадал? И куда пойдем сегодня вечером? Ребята, я приехал по делу. И мне нужна ваша помощь. Правда, все это небезопасно. Я должен вас предупредить. Скажи, кого надо убить? Его. Но сначала нужно разобраться с одним подонком. Его зовут Энджел. Я ищу Уилла Александра. Он зарегистрировался? Нет такого. Большое вам спасибо. Благодарю. Уилл не зарегистрировался ни в одном отеле, по крайней мере, из основных. Я уже с ног сбился искать его. Ладно, надо заняться Франко. И потом, раз мы оба охотимся за этим ублюдком, рано или поздно мы найдем друг друга. Это обязательно произойдет. Я надеюсь, что он еще жив. Что дальше? Нужно собрать информацию. Без этих сведений я не могу его вычислить. Мы говорим об этом уже который раз. Ты же понимаешь, что я не могу отсюда добыть тебе эти сведения. Надо найти и другой путь. Я понял. Куда ты? Искать другой путь. Я скучала. Куда ты делся? Бросил меня и укатил? Обо мне ты подумал?
Ты кого-то ищешь? Эй, тут занято. Да, я тут сижу. Двигай отсюда. Отвали или попрощаешься с самым ценным органом. Расслабься. Похлопай меня по плечу, как будто мы с тобой кореша, и садись. Или тебя все-таки прооперировать? Пиво. Бармен, нам всем пиво. И не вздумай всякую дрянь подсовывать. Вы его видите? Да, вон он там, сукин сын. Где этот козел Энджел? Тащите его ко мне. Где этот Гоми? Хотите погладить тебя, гнусный педик? Отлично, Уоррен, продолжим. Зовут, я знаю, кто ты. А я вас не знаю. Джесси Роуби. Спасибо, Джесси. Знаете, нам нужен такой человек, как вы. Не заинтересуетесь? Я не работаю подсобником. Я имел в виду кое-что другое. Я слушаю. Продвигаешься по службе, да? Откуда ты узнала? Фармер держит меня в курсе дел. Вы общаетесь? По-моему, Кейси, это не твое дело. Ты меня бросил, и это тебя не касается. Мария, нам надо во многом разобраться. Я давно хотел с тобой поговорить. Но разговор никогда не получался. Я не в восторге от того, что с нами произошло. Так что вас привело в Галф-Кост, мистер? Хорошая погода.
мой отец. Они убили его. И я пытаюсь их найти. Кейси, прости. Я не знала. Кто это сделал? Я их знаю. Франко. Ты знаешь, где он? Ведь он здесь, да? Теперь я поняла, что ты приехал сюда не ко мне. Ты хочешь опять втянуть меня в это? А что ты думаешь? Он убил моего отца, и мне нужна помощь, чтобы достать его. Мне здесь никто не поможет. Куда мне идти? О чем же ты меня попросишь? Конечно, ты знаешь, о чем. Тогда ты меня вытащил, освободил от Франка. А теперь... Ты приехал просить, чтобы я к нему вернулась. Я сделаю все, что ты попросишь. Я вернусь позже. Нет. Не отпущу. Однажды ты ушел от меня. Не хочу, чтобы это повторилось. Пожалуйста, останься. Твой брат здесь? Если Франко узнает, кто он убьет его. Я знаю. Это парень, о котором я тебе говорил, Джесси Робби. Твое настоящее имя не Джесси, а твое настоящее имя Франко? Мне нравится этот парень. Думаю, он нам пригодится. Я не сомневаюсь в этом. Франко, он из органов. Я его узнал. Он прав, Джесси. Твой человек ошибается. Он меня не знает. Мои люди никогда не ошибаются. Значит, он ошибся в первый раз. Господа, поприветствуем федерального агента в наших рядах. Покажем ему, как мы поступаем со шпионами. Oh!
Проверка закончена. Я ведь говорил. Проверка. Ты был прав. Он воин, настоящий боец. Пусть останется. Он понравился мне. Он должен пройти испытание крови. Только тогда мы можем быть уверены. Да, он пойдет с нами. Иди умойся. Кто этот парень? Тот, кого надо бояться. Какая у тебя важная информация, Мария? В ближайшие два дня ФБР будет проводить операцию в Джексонвилле. Думаю, тебе полезно это знать. Да, я предупрежу наших товарищей. А как ты узнала об этом? У меня есть источник из сочувствующих нашему делу. Не думал, что тебя еще интересует наше дело. Я же вернулась. Значит, никогда и не уходила. Нам не хватало тебя, Мария. Уверен, товарищи примут тебя с распростертыми объятиями. Дайте-ка я первой обниму ее. Мне нужно повидать Франка. Но он, возможно, не такой забывчивый, как я. Не боишься разбередить старые раны? Я хочу поговорить с ним. Объяснить, почему так поступила. Можешь сказать ему? Могу. Но решать, конечно, будет он. Хорошо, я согласна. За революцию. За революцию? Я приду завтра за ответом. До завтра. До завтра. Как ты меня напугал? Извини, они клюнули? Думаю, они поверили. Они заплатили мне за информацию. Раз заплатили, значит, ты была убедительна. Федералы будут в восторге. Франку там? Думаю, да. Я попросила, чтобы меня свели с ним. Не надо было. Мы ведь договорились дальше. Я действую сам. Эта девушка может испортить нам операцию. Она для нас сделала больше, чем она могла предположить. О чем ты? Она же предала нас, тебя. Но она проиграла. Она вывела нас на Александра. И теперь мы можем устроить кое-кому испытание кровью. Послать Джесси за ними, за Александром. А с этой сучкой разберемся потом. Ты так решил. Я не могу упустить шанс. Он это сделает. Если он не сможет, я сделаю это сам. Пошли, Джесси. Возьми мою машину и поезжай в город. Я назову тебе адрес. Что я должен сделать? Убить одного человека. Кто он? Наш враг. Это все, что тебе нужно знать. Сделай это и докажи свою преданность.
Неужели ты не понимаешь, Мария? Я не хочу тебя втягивать в это. Зачем ты тогда пришел ко мне? Хотел, чтобы ты меня вывела на них. И теперь я тебе больше не нужна? Так вот запомни, со мной или все, или ничего. Тогда ничего. Интересно, что ты себе вообразил? Уходишь, когда захочешь, приходишь. Ты что, думаешь, я тут сижу и жду тебя? Не жду и не собираюсь ждать. И не вздумай следить за мной. Отлично. Замечательно. Мария, почему ты вернулась? Уилл, какого черта? Заткнись, они следят. Кто? Люди Франко, я теперь работаю на них. В каком смысле? Что ты вообще тут делаешь? Можешь мне объяснить, в чем дело? Я тебя просто убиваю. Извини, я должен был догадаться. Давай это сделаем понатуральнее. У нас не очень много времени. Совсем мало. Я смог проникнуть в банду Франко. Да ты что? Откуда ты знаешь, что это Франко? Меня к нему привел один человек. Отлично, Уилл. И они послали тебя ко мне? Они замышляют что-то серьезное, и я пойду с ними. Когда все узнаю точно, сообщу тебе. Надеюсь, что ты умер как следует. Никогда не забуду твою заботу. Первая кровь. Великолепно. Просто блестяще, Уилл. Ты ушел, а я остался. Отлично. Джесси, это самая крупная операция, которую мы когда-либо готовили. И ты в ней будешь играть не последнюю роль. Успех во многом будет зависеть от твоих действий. В чем состоит операция? Завтра утром... Франко, там какой-то человек. У нас гости. Я скоро вернусь. Мы готовы. Завтра утром все будет кончено. Они даже не узнают, что произошло. Кто главный исполнитель? Джесси Роуден, новый парень, который был Кейси Александра. Позовите его. Джесси.
Позвольте представить. Привет, Уилл. Как поживает Кейси? Только двинься, и ты покойник. Ты подонок. Что ты сказал? Я не знаю, кто вы такие, ребята. Но этот подонок хотел убить меня. Не надо устраивать комедию, мистер Александр. Мы знаем, что Уилл ваш брат. Я хотел как лучше, братишка. Сначала я узнал, что ты на Гавайях. Потом мне сообщили, что ты мертв. Я рад, что эти слухи не подтвердились. Значит, ты с ними. И смерть отца на твоей совести. Просто его время ушло, он мешал продвижению вперед. Думаю, вам не понравится, если вы узнаете, что ваш отец молил о пощаде, как последнее ничтожество. Нет! Если вы убьете его, я не буду делать свою работу. Ты должен был убить меня там. К нашему сожалению, нам нужен твой брат. Если он сделает все как нужно, вы оба свободны. Что он должен делать? Убивать и калечить маленьких детей? Ведь это же ваш стиль работы. Я тебя не убью, но доставлю тебе много неприятных минут. Посол Мозамбика прибывает в США в аэропорт Тампа рано утром. Ты должен отбить его и взять в заложники. И когда приедет телевидение, объявить всему миру наши требования. Посол Мозамбика? Что за чертовщина? Любому делу требуется реклама, Кейси. Пресса и телевидение помогут нам добиться своих целей. Мне дадут оружие? Да, вот, возьми мое. Операция будет проводиться в здании аэропорта. Это значит никакого оружия. Именно поэтому мы выбрали тебя, Уилл. Ты боец, который с помощью собственной силы сможет выполнить задание. Поручите это мне. Ты слишком популярен, друг мой. Я тебе не друг. Превосходно. Да, кстати, раз уж ты думаешь о том, как спасти себя и брата, я покажу тебе одну вещь. Мы подсоединим твоего брата к этому аппарату. Это мое авторское изобретение. Управляется дистанционно. Если у тебя что-то не заладится, я нажимаю эту кнопку, и твой брат начинает приплясывать. Нет! Ну что, убедительно? Если ты не будешь соблюдать инструкции, тогда... Выключи. Я сделаю все, что надо. Я вижу, ты все понял. Пока я дал маленькую дозу, чувствуешь, пахнет паленым. Это еще нехорошо, прожаренный бифштекс. Черт, меня тогда дернуло идти девушку провожать.
Займись самокритикой, когда мы завтра уйдем. Ничего, аттракциончик, до сих пор искры в глазах. Кейси, прости, что я тебя втянул в это. Перестань. Это ведь из-за меня они тебя вычислили. Они меня все равно убьют. Ты хоть это понимаешь? Если ты придумаешь, как выбраться, действуй, Уилли. И не думай обо мне. Действуй. Нет. Даже не думай. Почему младшие братья никогда не слушают старших? Ты должен спастись. Кейси, я не брошу тебя здесь. А у тебя нет выбора. Вот наши требования. Когда приедет телевидение, ты им скажешь, чего мы хотим. Малейшая ошибка, и твой брат умер. Я понял. Мой человек отвезет тебя в аэропорт и будет следить за каждым твоим шагом. Если ты попытаешься связаться с полицией или с друзьями брата, он убьет тебя, а мы убьем Кейси. Если выполнишь все от начала до конца, вы с братом свободны. Рад, что ты вернулся. Я уже начал скучать. Думаю, вы знакомы. Мы с Марией пережили прекрасное мгновение прошлой ночью. Но я от нее ожидал большего. Она твоя, Кейси. Если она тебе еще желанна. Как ты, Кейси? Твоими заботами. Сколько он тебе заплатил? Я же не знала. Я ничего не знала. Продажная тварь. Сука. Эй, голубки, хватит ссориться.
Вам и так мало осталось. Ребята, почему бы вам не развлечься? И за девочкой не нужно далеко ходить. По-моему, она очень недурна. Скотина. Нет. Нужно перехватить Уилла, пока он не приехал в аэропорт. Это далеко? Минут 10. Я доеду за 5. Запускаю его. Он внутри. Через несколько минут акция века начнется. Оставайся здесь. Нет, Кейси. Кейси. Кейси! Если кто-нибудь попытается что-то сделать, он умрет. Что ты хочешь, сынок? Отпусти господина посла. Расскажи, что ты хочешь. У меня есть требования, я хочу, чтобы о них узнали все. Простите, мисс, здесь нельзя парковать машину. Но я жду. Черт,
А все время уходят. Уилл, я в порядке. Взять его. Вниз, черт возьми, зачем? Не спорь. Почему? Я ведь не террорист. Я иногда лучше знаю, что тебе делать. Интересно, кто в меня стрелял? Все стреляли. Ты же террорист хренов, но я рад тебя видеть. Будете нас преследовать, и он покойник. Давайте. Господи, все ясно. Это покушение на президента. Быстрее. Джессика Левко с новостями CBS. Мы ведем наш репортаж из международного аэропорта Тампа, где только что приземлился президентский самолет. Через несколько секунд президент выйдет из самолета. Весь город готовился к встрече президента Буша. Сейчас откроется люк, и президент появится на трапе самолета. Вот президент уже вышел. А где же первая леди? Нам сообщили, что она присоединится к мужу несколько позже. Президента приветствуют ответственные лица и власти Тампа-Бэй. Президент Буш проведет следующий день в Тампа. Франко, что-то не так, я это чувствую. Перестань. Давай, детка. Кортеж президента Буша отъезжает, и мы желаем президенту насладиться солнечным теплом Флориды. Нет, Мария. За ним, быстрее. Ты в порядке, Уилл? Кто эта девица? Позже расскажу. Thank you.
Напоминает какую-то странную охоту. Попробуем поискать. Так, по-моему, это братья Александр. Я смотрю, вам удалось найти моего друга Франко. Чудесно. Круг замкнулся для семьи Александр. Можно я завершу дело? Джек.
Позволь мне убить их. Да-да-да. Я как раз хотел покончить с ними. Требовалось только сделать маленькое уточнение. В рапорте я укажу, что Франко убил вас обоих. Но я появился вовремя и застрелил Франко. Все чисто. Не к чему придраться. И никаких свидетелей. А страна думает, что ты спас президента. Абсолютно верно. От него воняет. Я на этом держался все эти годы. У нас в организации так заведено. Разве мы не должны побеспокоиться о себе сами, Кейси? Твоему брату все об этом известно. Мы сделаны из одного теста. Мой брат не имеет ничего общего с тобой, мразь. Не имеет. Твой брат сейчас умрет. Нет, нет. Он мой брат. Твой брат? Да. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Правда? Только не начинай воспитывать. Почему это? Потому что я хотел бы попробовать с тобой Фильм подготовлен к показу студии «Ракурс». По заказу Екатеринбург, Art Home Video.